Чтобы зрители могли с комфортом и в удобное для них время добраться до трибун «Формулы-1», проезд сделали бесплатным, а количество рейсов увеличили в разы. Так, 8 и 9 октября «Ласточки» совершат по 25 рейсов из Сочи в Олимпийский парк и обратно. А в выходные 10 и 11 октября количество рейсов на этом участке увеличится еще почти вдвое. Мы специально для удобства всех гостей, которые купили билеты на Гран-при, совместно с компанией РЖД заключили договор на перевозку по принципу открытых дверей. Соответственно, у нас будет организована бесплатная перевозка для всех владельцев билетов в период с 8 по 11 октября. Такой же принцип организации перевозки зрителей был испробован в прошлом году во время проведения Гран-при России «Формула-1». Тогда «Ласточки» перевезли более 200 тысяч пассажиров. А впервые принцип «открытые двери» для поездов «Ласточка» был применен в период проведения Олимпийских игр. Именно в формате Олимпиады будет осуществляться этот проект. А участок Сочи-Туапсе будет осуществляться это поездами дирекции, мотор-вагонной дирекции, платно. Это нужно тоже понимать, что пассажиры, которые приедут из Туапсе, должны выйти из платной зоны и войти в бесплатную зону и сесть на поезда «Ласточка». Добавим, по принципу «открытые двери» с 8 по 11 октября будут курсировать «Ласточки» не только из Сочи в Олимпийский парк, но и по маршрутам Сочи-Аэропорт, Сочи-Роза-Хутор, Аэропорт-Олимпийский парк и Роза-Хутор-Олимпийский парк. Галина Захарова, Борис Осин, телекомпания ФКТ.